первый раз был я, запах присутствовал сильный на иловых площадках, на территории особо не ощущался. Как сейчас? Да, как сейчас. Второй раз был мой коллега, ну тоже примерно так. Сейчас вот намного лучше. На очистных сооружениях верхний посад в Звенигороде продолжаются работы по ликвидации неприятных запахов. На данный момент специалисты накрыли временными конструкциями приемную и распределительную камеры и песколовки. Кроме того, обработка иловых карт реагентами также способствует улучшению водоотведения. Мы сейчас идем всеми тремя путями. Укрыли первые сооружения. Сейчас будем разрабатывать проекты по укрытию отстойников первичных. Вот, плюс ведем работы по интенсификации подачи кислорода в аэротенке. Для этого будем заменять аэрационную систему, а как промежуточное решение применили плавающие аэраторы, которые уже запущены и которые работают в одном из аэротенков. На объекте работает технолог, который отбирает пробы и контролирует стоки. Скоро на очистные сооружения завезут дополнительный реагент по всему циклу цепочки и продолжат усиленно работать на иловых площадках. Необходима активная работа в части иловых карт, то есть нужно утилизацию этого ила осуществить и усилить обработку реагентом всего процесса стоков. В дальнейшем очистные сооружения Верхний Посад важно включить в проект по реконструкции оздоровления Волги, уверены в администрации Одинцовского округа. Объект значительно устарел и требует кардинального обновления. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».